Театр – это место, где царит игра, где обитают не только взрослые, но и необыкновенные дети, готовые и способные играть для зрителя. И как не полюбить чудесное место, где сказка становится почти реальностью? А я знаю, что дети любят больше всего. Я тоже знаю. Мороженое. Да, ребята? Да. А сказки любите? Да. А взрослые любите сказки? Да. Расскажем сказку для детей и взрослых. 13 декабря на сцене районного дома культуры имени Невельского состоялся показ спектакля «Сивучонок», приуроченный к году театра в России. Спектакль подготовили ребята из эстрадно-театральной студии «Дети Мельпомены» под руководством увлеченного человека-режиссера Павла Доронина. Юные актеры подарили зрителям завораживающий мир игры, развернув на сцене необыкновенное действие с участием главного героя Сивучонка. Я не могу, хотя какая-то завалящая. Ну давай, как и быть. На, мой милый, кушай на здоровье. А у тебя одна чего? Одна была завалящая. А я еще хочу завалящую. Ищи, да дай. А где же все это? Нету. Ах, нету. Конфетку хочу. Карамель подушечку. Юные артисты показали историю о том, как обидевшийся на папу Сивучонок ушел в лес, где познакомился с необычным и умным существом по имени Чудо в перьях, которое научило главного героя культуре и уважению к старшим. Также на этом представлении юные зрители узнали много интересного об окружающей среде и о символе нашего города Сивуча. Позвольте спросить, кто вы, откуда и зачем? Я Сивучонок. Я зовут Леса. А ты кто? Я Чудо в перьях. Настоящее Чудо в перьях. А может, я еще сплю? Ну-ка, ущипни меня. Если вам так хочется, пожалуйста. Что? Где? Кого? Чего? Здравствуй, Чудо в перьях. Здравствуй. Спектакль получился интересным и познавательным. Ребята не только посмотрели великолепную игру юных артистов, но еще раз услышали, как важно беречь и охранять нашу природу. Валерия Телешкан, Евгений Романенко, Невельские новости.